Павлодарской области более 80 тысяч граждан относятся к социально уязвимым слоям населения, из которых более 27 тысяч – лица с ограниченными возможностями, а более 3 тысяч – дети-инвалиды. Какие нововведения их ожидают, узнаем в сюжете. Социально уязвимые слои населения – особая группа людей, которые нуждаются в поддержке. В этом году основным новшеством в рамках их защиты стали социальные инициативы по поддержке данной категории граждан. В первую очередь это касается семей, воспитывающих детей-инвалидов. С прошлого года и в продолжении в текущем году у нас внедрена новая мера – это поддержка семей детей-воспитывающих инвалидов в размере 40-20 МРП. Помимо этого, на сегодняшний день городами и районами ведется работа по внесению изменений в решение маслихатов по приведению в единые размеры по выплатам лицам с инвалидностью на первую группу, по сопровождению инвалидов первой группы и одному из родителей детей-инвалидов в санатории или дома отдыха в размере 40 МРП. Помимо людей с ограниченными возможностями, социальную помощь получают и те, кто находится в тяжелом материальном положении. Что касается семей, малообеспеченных семей с доходом ниже прожиточного минимума, либо черты бедности, данные семьи, конечно же, у нас попадают под категорию получателя адреса социальной помощи. Что касается нововведения для малообеспеченных семей социальной поддержки, одна из мер – это, конечно же, оказание ежемесячной социальной выплаты малообеспеченным семьям в размере 2 МРП. По словам Альмиры Десюповой, все нововведения будут внедряться в жизнь после того, как будут внесены изменения в решение маслихата городов и районов. Адина Есенова, Алексей Мехедов, ЕРТС Акпарат.